Здорово, всем здорово, всем привет. Очередная мотораспаковочка. Свежая посылочка. Оба-на, та-дам. Что же это такое за приблуда? Распаковка мото. Вы уже, наверное, догадались по названию и по этому самому. Вот такая вот чудная хрень. Называется подстаканник для мотоцикла. Чик, сюда, сюда, и к рулю его хлобысь. Вот такой раздвигается. Мягкая резиновая штукенция здесь. Притягивается, грубо говоря, должен держать. Вот такая вот чудная. И вот так вот зажимается к рулю. Прикольно. Покажу в ближайшее время уже на мотоцикле. А ссылка на него будет внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Внизу пишите в комментариях, что бы хотели увидеть у нас на канале. Думаю, надо вернуться к какому-нибудь оборудованию диагностическому, к обзорам распаковок. Ну что ж, в ближайшее время, мотосезон у нас уже практически закончился. Хотя я еще бессовестно катаюсь. Вот, поэтому, думаю, скоро займемся. А пока вот это вот. Ссылочка внизу под видео. Можно на велик цеплять, можно на мод. До скорых встреч. Пока-пока.